Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Мне 35, ребенку 5 лет. Не работаю, все интересы это ребенок, много ходим гулять на улице, все общение проходит именно там. Но появляются друзья и враги. За последний год поругалась с двумя женщинами, с которыми хорошо общалась. Теперь даже не здороваемся. Еще одна женщина постоянно лезет в нашу компанию, я ревную, она меня тоже бесит. Но смысл в том, что когда я вижу тех, кто мне неприятен, начинаю постоянно о них думать. И так могу в свой день. Играю с ребенком, а где-то в глубине души мысль об этих особах. Ведь это ненормально, помогите мне не думать о них. Ну, я бы сказал, что дело здесь не столько в том, что вы о них думаете, сколько в том, что вам как-то вот кроме этого больше ничего не интересно. Да, то есть, почему-то эта ситуация, она вызывает у вас наибольший интерес. И вообще-то говоря, вы, на мой взгляд, отвечаете на этот вопрос, причем отвечаете на этот вопрос довольно блестяще, своей такой честности, я бы сказал. То есть, вы говорите прямо, что... что мои интересы, это вот мой ребенок сейчас и, в принципе, все. Вот. И, собственно, это и вызывает основной вопрос, да? То есть, а как же так вот вышло, что ваши интересы, это только ребенок. То есть как так вышло, что кроме ребенка вам больше, ну вообще-то ничего особо и не интересно. Как так вышло и как так вот получилось? Вот. Я бы вот на это, наверное, в большей степени обратил бы ваше внимание. То есть, ну, на мой взгляд, ну, совершенно не нужно отдавать все свое время и все свое внимание ребенку. Вот. Мне кажется, что вы как-то вот, ну, в этом смысле собой просто жертвуете ради ребенка, вот. По крайней мере, мне так это видится, что вы вот собой очень сильно жертвуете. И в этой ситуации, когда у вас нет никаких, по сути, больше интересов, ну, конечно, вы будете вот, реагировать так вот, ну болезненно на некоторые конфликты, которые происходят, потому что, ну, а как по-другому? Энергии много, ее в общем и целом нужно эту энергию куда-то направлять, вот, а направлять ее как-то вот не особо куда есть, вот. И чтобы снять напряжение, чтобы снять вот этот вот накал, вы, конечно же, получается, вот перенаправляете энергию на этих людей. Вот. Это грустно, это очень печально. Но это, что называется, в данном случае, наверное, правда. Поэтому мне кажется, что лучший
способ для вас, как вот вы говорите, не думать, это, пожалуй, именно находить другие интересы. Это первое. Второй довольно важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы ревнуете, то есть у вас есть вот это чувство ревности, ревность, ну, как правило, да, берет свое начало из вполне себе таких очевидных причин, как неуверенность в собственных вот силах, да, ревность берет свое начало из ощущения, ну, такого, знаете, страха, то есть вот что, ну, мне страшно, что я боюсь, что, ну, что я буду неинтересно, я боюсь, что, ну, вот как-то вот меня, ну, не знаю, может быть, оставят, то есть что я буду вот, что меня бросят, что я останусь одна, что я буду никому не нужна, например, и так далее. То есть все это про ощущение того, что я не ценна у вас. И, на мой взгляд, на это также нужно обратить самое пристальное вам внимание свое, да? Потому что это все говорит как-то вот о том, это все как-то говорит о том, что вы, ну, на мой скромный взгляд, не очень хорошо чувствуете и ощущаете свою ценность, понимаете, да? Какая здесь штука получается. Вот. И, собственно говоря, вообще-то, с этого, как мне кажется, и нужно начинать. А, то есть, вот, опять же, мы здесь, в принципе, идем к тому, с чего начали. С того, что вы свели всю свою ценность вот на данный момент. Ну вот, в общем-то, к ребенку. Вот. И суть потому, что вы говорите, вот, ну, суть потому, что вы описываете, я думаю, что произошло это не совсем из выбора. То есть, может быть, вначале вы этого хотели, может быть, вначале вам это действительно было нужно, может быть, вначале вы действительно как-то вот думали, что у вас, ну, что у вас есть вот какой-то такой, ну, шанс, да, что вот, ну, что все получится, что вот, все будет в этом плане, все будет у вас хорошо и так далее. Вот, но как-то вот потом как-то вот получилось так, что вы, ну, перестали чувствовать, что это, ну, что вам это нравится. Вот, вы перестали чувствовать, что вас это устраивает, вы перестали ощущать, что вас это удовлетворяет.
А как бы уже путь понятно, потому что, ну, вы привыкли жить определенным образом и менять что-то, ну, как-то вот уже достаточно тяжело и сложно. Вот. И, в общем и целом, это, на мой взгляд, что является такой вот достаточно серьезной, как мне кажется, проблемой. Вот. Для вас. Конечно, всех деталей, вот всех деталей я знать не могу. Вот. И, наверное, ну, наверное, сейчас это, ну, не так, может быть, даже и важно, чтобы вот все детали мы в данном случае рассмотрели с вами. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что вот это вот один из таких вот ключевых моментов, где вы себя продаете. Следующий момент, на который хотелось бы обратить, конечно, тоже ваше внимание, заключается в том, что, ну, на мой взгляд, вы себя, ну, вот, как-то, ну, постоянно ставите в ситуацию, где нужно доказывать вот свою, ну, не знаю, свою, что ли, ценность. То есть вы все время вот в этом смысле, да, в какой-то борьбе оказывается. Вот. И это тоже довольно такой интересный момент, потому что, ну, а откуда, откуда здесь вообще-то борьба? Ну вот, в принципе, да, откуда здесь, ну, взяться вот этой борьбе? Вот, то есть, ну, ребенок, когда вы мама, вот откуда здесь борьба? Вот. А для вас это вот получается такая самая настоящая борьба. Вот вы говорите, что поругались. Да? Вы говорите, что поругались. Ну вот, тоже такая достаточно интересная деталь, что поругались вы, сам. То есть с вашей стороны есть вклад в конфликт. При этом обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что как-то вот вы не афишируете сильно вот этот момент. Как-то вот вы сильно этот момент не афишируете. Что я-то какой вклад внесла, ну, в конфликт вообще? Ведь какой-то вклад вы в конфликт, ну, внесли. Какой-то вклад вы в конфликт все-таки внесли. Вы что-то сделали для того, чтобы этот конфликт стал возможным. А? То есть вы как-то обратились со своими, ну, чувствами, со своими эмоциями, вот. Вы как-то обратились с тем, что вы чувствовали. И вот это
да, мне кажется, тоже такой достаточно важный, интересный момент, потому что это вот один раз возникла такая ситуация, когда вы вот стали беременны, да, и, ну, в том числе благодаря беременности, вы вот начали как-то и ругаться и так далее. А что было раньше? То есть раньше как у вас, ну, было, как у вас раньше обстояли дела. Вот, на мой взгляд, не слишком так же хорошо. И вот очень хочется, чтобы вы обратили на это внимание. Тоже. Очень хочется, чтобы вы как-то вот увидели этот момент. А как бы. Ну, чтобы вы увидели, чтобы вы заметили, что, ну вот, есть такая вот у вас в этом смысле такой конфликт, такое вот, можно сказать, противоречие какое-то, да? И вот момент, на мой, ну, на мой взгляд, заключается в том, чтобы, ну, не опускать его в туне. Вот. Вам эта ситуация, она для чего-то дана, вам эта ситуация, вам для чего-то эта ситуация нужна. Вот. В противном случае я, честно говоря, не думаю, что вы бы думали об этих людях. Вот. Ну, вполне может быть, так, что вы воспринимаете себя и ребенка как, вот, знаете, как, ну, тем, чем вы хвалите, вот, компанию, как единственную среду, где, вы можете себя проявить. Вот. И, в общем и целом, в такой ситуации я бы сказал, что вряд ли у вас есть, ну, возможность вести себя иначе. Вот просто взять и, ну, и перестать вести себя по-другому. То есть мне кажется, что все-таки какая-никакая забота о себе нужна. Вот. Вполне возможно, что вы как раз заботитесь, вот, преимущественно о ребенке. Вот. Вполне возможно, что, вы заботитесь преимущественно о ребенке. Но ребенок это не единственное, о ком нужно заботиться. Он нужно заботиться, вообще-то говоря, и о себе самой тоже. Вот. Но пока этого не происходит, пока вы о самой себе заботитесь с большим, трудом, вот, пока что ваша забота о себе, она ограничивается только тем, что, ну, тем, что вы, вот,
написали сюда, вот, ну то есть сюда написали непосредственно на сайт. Ну, вот. Это хорошо, конечно, что вы написали. А, ну, в этом смысле вы молодец. А, в этом смысле вы ну, действительно молодец. А, вот. А, в этом смысле вы на самом деле ну, большая молодец, потому что я думаю, что вам это было ну, нелегко. Я думаю, что вам было нелегко обратиться вот к нам. Но все же нужно сейчас смотреть куда-то дальше. То есть смотреть куда-то вот, ну, ну, в сторону вот чего-то другого, да? Смотреть в сторону, ну, шагов дальше, шагов вперед. И, возможно, пришло время, да, для вас, например, пришло время пересмотреть, ну, взаимодействие, вот, с своим мужем, например, пересмотреть взаимодействие с людьми, да, как бы, вот, которые вас, ну, которые вас окружают, вот, то есть как-то вот этим всем заняться, потому что, ну, а как по-другому? То есть вот, а как иначе? И в какой-то момент вы просто, ну вот, что называется, сможете увидеть, сможете заметить, что не так-то вас уже и волнуют эти женщины. Вот. Сейчас, конечно, они вас беспокоят, потому что, ну, единственное вот, что, ну, единственное, что происходит в вашей жизни, по сути, это они. Вот. Те единственные события, которые в вашей жизни происходят, это они, эти женщины. Вот, но все можно исправить, вот, все можно изменить, но, конечно, совершенно очевидно, что не сразу. Вот. То есть, ну, я не знаю, например, насколько у вас развиты механизмы защиты, да? Вот. Будете ли вы отстаивать, например, ну, вот, ну, свою вот позицию вот такую. Будете ли вы пытаться убедить нас, себя в том, что эти женщины там сделали что-то ужасное, там, плохое и так далее. Вот.
поэтому не знаю всех этих деталей. Конечно, я бы сказал, что ну, довольно сложно будет вам, ну, вот, знаете как, предсказать. Довольно сложно будет предсказать, как вот, ну, вообще будут развиваться события. Вот. Но я думаю, что это можно преодолеть тоже. Вот, я не думаю, что если вы хотите меняться, если вы хотите вот, как-то вот измениться, то это все невозможно. Просто вот, на мой взгляд, вопрос поставлен несколько неверно, в смысле того, что как бы помогите мне о них не думать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, прощайтесь.